Громадские объединения – лакмусовая папера демократичности и политической системы. Сфера их интересов довольно широкая – от повышения активности громадян до удела в керовании державными справами. Яны – свои особливые посередники помеж державой и человеком. У Гомельской области зарегистрировано свыше 350 громадских и политических формирований. На встрече со старшиной Белтелерадиокомпании представники самых буйных и активных из них. Их деятельность координует специальный совет. Летось он стал инициатором масштабной акции «Моей краине». Яна объединила 1000 удельников, имела широкий резонанс и все это отримала протяг. Ход акции широко осветляют сродки массовой информации. Приятно, что все общественные объединения консолидировались вместе, чтобы сделать, наверное, благие дела. Вот буквально недавно стартовала акция в этом году, она прошла в Хойниках. Там мы провели концертная площадка была, где каждая из общественных объединений внесла вклад в подготовку этого мероприятия. Чем масштабнее и массовые мероприятия, тем, наверное, и больше привлекает внимание средств массовой информации. Поэтому здесь, наверное, на взаимовыгодных условиях. Чем качественнее мы будем готовить это мероприятие, тем качественнее оно будет освещаться. Нередко СМИ выступают и не только у якости информационных партнеров, громадских объединений, але и как полновартостные соорганизаторы проектов. Приклад акции «От чистого сердца» яе суместно проводили телерадиокомпания «Гомель» и региональное отделение товариства «Червоного крыжа». Организаторы собирали гроши на лечение хворых детей, допомогу шматдетным и малозабеспеченным семьям, а так само переселенцам с Украины. Дарэчы, работу телерадиокомпании «Гомель» с громадскими организациями Геннадий Давыдько оценил установча. У областным эфиры знайшлося место для усіх. На думку старшини Белтелерадиокомпании, громадские организации мают великий потенциал, и он покуль не полностью выкрестовывается державой. Если посмотреть внимательно на общественные организации, чем они занимаются, то это охватывается практически вся сфера человеческой деятельности. То есть государство должно умело координировать вот эту общественную инициативу. И мне кажется, что в данном случае у нас имеются еще здесь большие возможности и нераскрытые перспективы. Встреча Геннадия Давыдьки с представниками громадских организаций Гомельщины – штуршок для журналистка громадского сотрудничества и подстава для большей инициативы самих громадских деятелей. Для того, как отримать поддержку державы и громадства, треба больше гучно про себе заявлять и оперативно реагировать на подеи життя краины. Анастасия Кучинская, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».